Зажгли новогоднюю елку на глубине 15 метров. Одесские дайверы начали встречать 2017-й еще с прошлых выходных. Большую сосну опустили на дно Черного моря. Украсили ее, поводили хороводы и даже смогли отметить шампанским с мандаринами. При этом вода была не более 6 градусов, а сами водолазы находились на глубине чуть меньше часа. Есть люди, которые могут себе позволить нырять, конечно, они должны обладать определенными знаниями и навыками. То есть нельзя с новичком пойти в такие холодные, действительно суровые, сложные условия. Изначально я предлагал поставить елку на подставку и где-то там вот рядышком. Вот. Но потом было принято решение просто ее привязать к лееру. Леер – это ограждение у судна. Мы по расчетному времени рассчитывали на все про все, где-то 30-35 минут, но вот я посмотрел по своему компьютеру, у меня было время 44 минуты.